Шапилу берет на себя инициативу. Один против четырех игроков. Ошибка! Выход 1-1, и это гол! Каков Максим Карпов, а? Ну просто, хладнокровие! Я ушел от преследования двух игроков «Магнитки». Здесь опять же у трактора происходит смена пятерки. Гол! Дожимает этот момент Кравцов, 1-1! И все-таки трактор забивает. Ну-ка, атаковать. Здесь активно подключают защитников. Именно так получается продавить оборону. Это гол! Это гол за 15 секунд! Не видит шайбу Роман Вилл! Фантастика! Время просто тает. 3, 2, 1 и все! Это победа! Это победа магнитогорского «Металлурга». И мы с вами сегодня узнали первого финалиста розыгрыша Кубка Гагарина этого сезона. «Металлург»!